Тебя что злит, Багдасаров, то, что я видосы из Карабаха ставлю? Ты, кроме того, что с Карабаха ставишь, потом еще раз видео снял в Расте Банакер. Ну а что мне делать? Не снимать? Нет, ты снимай свои стороны, где вот это ваши были. А при чем тут злишь людей? Ты не думаешь, что ты когда-нибудь, может, в Москву поедешь? Мой золотой, то есть ты считаешь, что Степанакерт это всегда был ваш? Ну, это, например, смотри, где я сейчас живу, у меня внизу, внизу, первом этаже, курды живут. Ага. Мужик, ну, я бы сказал бы, замечательный человек. А Купча на чье имя, где ты живешь? Послушай, и, короче, я тебе скажу, что, ну, ты снимай вашу сторону, вот, снимай Ахдам, снимай Фюзюли, Кельбеджар, снимай вот сколько Мерзюлю, Ибетлю, Кабаклу, вот там снимай. Зачем ты ходишь в нашу сторону и людей злишь? Злишь людей на себя. То есть ты считаешь, что, в общем, в районах вот я снимать видишь? Могу, да, ты ловишь рыбу. А почему не на, да. Не на Сиване, мой золотой? Я тебе скажу, что я давно выехал оттуда, из Сивана, из Карабаха, из Баку. Я человек такой, что Европу люблю. А-а-а.